Всем йо, ребята, с вами я, Темблы. Как я говорил, сразу выйдет вторая часть. Так, погнали. Почему нас заставляют тратить? Хотя это ценный плутоний. Мы это уничтожаем, кидаем, заводим. И вы думаете, что они помирают, на самом деле они ложатся в отключку. Да, они в отключке не отказаны. Ну вот так. Пошли поставим их. Знаем, кетчерс это самое легкое, что это. А, продать что-нибудь или не лимонад, блин. Я это думаю. Так. Ладно, пусть распродаются пока что. Вот у нас седьмой он. Купить. Почему купить гроба? Это, наверное, самая отвратительная штука во всей Солнечной системе. Да уж, чуток моторного масла добавить. Ммм, вкуснятина. Тьфу, блин. Пить зарюани. И привет, ты похож на того, кто хочет поисковых донов. Ой, позвольте представить, меня зовут Рауль. Я незаменим во всех вопросах, касающихся донов. Наш дон может и слегка БУ, но дешевле и куда надежнее прочих. Поздравляю, слушай, сделка в твоей жизни, приятель. Запомни, зон прилетит к вам пули, стоишь лишь... Назвать. Отлично, со вторым дроном мы найдем в два раза больше зомби. Давай, держи. Я как и в первой части говорил, что я ее взломал. Она самая легкая, да, которую можно взломать. Вы чё подпрыгнули? Не знаю. Ага, сейчас увижу. Раньше времени смеяться нельзя. Здорово! До свидания. А был, блин, старший истребитель. Ну, я решил с вами походить, потому что зомби кетчерс это полегче, чем еще чего-нибудь. Можешь подать сейчас. Вот надо детальку выбить и все. Название придумал, когда сам играл. Ладно, let's go. Так, сложим мозги. Вот он с молоточком. Говно, блин. Иди сюда. Тимура, не ты живешь. Ты поймаю я разом. Никто не бежит.
Ніхто не біжить. Пошли в кафе. Давай погодим. И зарабатываем новый уровень. Подать что-нибудь 90. Чё-то... Офигеть, 14? Было же 7. Или я его, походу, забыла включить. О, новый обновили. А что там, какой самый последний? 82, да? Shadowfat 50, второй уровень, самый максимальный. И тут 83. 83. Давайте наверх. Да хоть что надо подать? А как это? А, ну да. Ну все продать. Пошлите опять ловить. Когда стреляешь, она может сразу разбить бочку, а тут нет. Неплохое оружие, да. Блин, что ты путаешь? Сейчас, размечтали. А еще один, что ли? Подумаешь, начинаешь. Я был старший истребитель. Так что я никакой не вес. Дайте мне правильное название. Блин, ничего не хватает. Пошли их лозунг искать. Я прямо хочу купить эту заморозительную пушку. Ну, хочу честно походить. Почти что честно. Так что давайте сидим. Он может сразу X4. Да, вот так вот. Взял, поймал магазин. Прямо в сердце. Прямо в сердце. Как валяться говорит. Прямо в сердце. Ой. Прямо в сердце. С тебя за это конфетка. Опознаватель такой. Хорошо. Ну теперь я могу продать хоть что. Не поймали. 10-й уровень. Да, на 10-й сверху. Да, смешанки сюда. А что их? Продать одну такую. Вы издеваетесь надо мной или ничего? Свежевыжатое желе, что ж полная чушь.
Да кого это волнует? Просто сделала наклейку, не содержит ГМО. Кушаем мы два таких и два таких. Два желе и два желтеньких. Блин, почему я ловушку закрыла? Простите, я не заметила, как здесь минута. Ну ладно, 11. Ладно, всем спасибо за просмотр видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока!